Леща мы обычно отпускаем, но так как он уже отнерестился, и у нас есть кулинарная рубрика, наш кулинарный эксперт предложил приготовить два леща очень вкусно. Что это будет? Мы с него приготовим такое блюдо, как лещ, тушеный с овощами гриль. Что для этого нужно? Для этого мы возьмем красивые перчики, бери, откладывай в сторону, пока их достаем. Теперь берем цукини красивый, лучок, держи, тебе два. Возьмем морковку. Это все овощи гриль. Да, и несколько помидорок. Еще нам понадобится чесночок. Все. Сейчас ты режешь цукини. Ну, где-то, смотри, вот по сантиметру по диагонали. Вот так. Угу. Я займусь морковкой. Теперь эти овощи мы отнесем к мангалу и сделаем из них вкусненький гриль. А перец и помидоры? А перец и помидоры мы просто выложим, они у нас такие обгорят красиво, потом их разберем и тоже используем в готовке. Итак, у нас есть вот такие красивые, здоровые лещи. Наконец-то. Наконец-то. Мы их поймали. И сейчас мы их будем вкусно готовить. Смотри, берем, отрежем голову. Вот так берешь подплавничок аккуратненько и под углом аккуратненько дорезаешь до косточки. Ну, косточку ты, наверное, не прорежешь. Нет, 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 нет. Переворачивай. И с другой стороны делаем то же самое. Есть, да? Угу. Смотри. Вот так вот у нас оно здесь получилась такая штучка. Опа! Голову нам не нужны, отправим в сторону. Постараемся снять филешку, оставим хребет. Опять же, на уху. И будем продолжать готовить. Пока я снимаю филе, ты можешь заняться овощами. Вот что осталось у нас от леща. Это мы используем на вкусную уху. Опять же, мы это оставим. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Мы эти филешки порежем на порционные кусочки. Приблизительно 5 сантиметров. Угу. Будем стараться резать вдоль ребрышек. Так. Сейчас разогреем сковородку, обжарим немного на сильном огне рыбку, потом выложим красивые на сковородочке, сверху уложим наши овощи, добавим чуть водички и будем поставим тушиться. Thank you.
вот эту вкусную рыбку, на попробуй, самое вкусное место, и выкладываем ее на дно нашей красивой. Вкусно? Угу. А могу так есть. Рыбку мы выложили. Возьмем мою любимую приправку. Как она называется? Ты же знаешь. Тимьян. Нет, тимьян. Знаю, тимьян. И эти овощи укладываем сверху. Давай. Давай так. Я бы вот так делал. Ты бы вот так делал? Да. Они перемешались? Совершенно верно. Все, ждем 15-20 минут и будем кушать. Ну что, наше блюдо готово? Наше блюдо готово. Смотри, мы сейчас возьмем оставшуюся зелень. Посыпем свежей зелень. Будем есть. Они будут на нас смотреть. Ну что, будем пробовать? Я бы серединку раскрывал. Серединку. Какое белое мясо! Очень вкусно получилось. Угу. Ну, идите уже есть, ладно, идите.